и зашла в прямой. Прикольно. Как думаешь, выложить? Что? Или это конченое видео? У меня в туалете? Да. Мне нравится надпись на стекле. Я не поцелую клубом. Классно. Я на ринг губы в губ. Закончилось болью, но мы запомним. О, да. Точно, 100% я все запомню. Ребятушки, привет. А что вот это? Все? Бля, ну на пидора похож. Nice. Ну что? Ой, что-то мне тут мало. Я все люблю красивые фотографии, что могу сделать. А вот здесь вообще. Ты лайкнула? Да, ты лайкнула. Я лайкаю твои фотки. Всем привет. А ты можешь мне удалить все старые фильтры и накачать новых классных? Нет, это не шарю как. Не шаришь? Я красиво, мне голову покрасили, волосы перенаращивают. Вот, поэтому... Чё-то мне, блин, туго заходит эфир. Я... Малышка такое. Ножка, ну, я вам скажу так, не очень. Ножка не очень. Где у вас, а у вас? Здравствуйте. Статистика, ну, для 40 кусков, ну, нормально, да. На поляну? Честно, ребят, я вот думаю, не на поляну уже. У меня тут вопрос, где Виталик делся уже? Не знаю. Нет, мы с Виталиком не общаемся. Так, сейчас посмотрю, чтобы его женщины обрадовали, что я с ним не общаюсь. А то ж не имется все. Спасибо, что вам нравится. Почему я уехала с Киева? Потому что я нахожусь на проекте. Я одна. Но в данный момент нет. Не, ну сама барышу, как обычно, меня поддерживает. Я его подставляю, как обычно. Обожаю. Слушай, подъеди, посмотри в ящике. Шоколадку тут есть? Блять. Шоколадку. Смотри. Нога не очень. Вторую комнату зайти? Да. И вот тут сразу первая полка, а вторая там синие кульки. Да убери свою пиво. Ой. По-моему. Вот мне интересно, 8-8, слайс 8-8. Я читаю ваши комментарии, честно, в группах. Правда, читаю, не могу услугать, мне очень они нравятся. Но мне так всегда интересно, кто прячется за этими аватарками женщины, которые у вас по... Полка вот тут эта крайняя. И там второй ящик шоколада отодвигаешь, смотришь, там видишь шоколадки? Есть там? Что у него там в нычке? А кола есть? О, не охуенно. Покушай. Нашел, прикольно, или не оно? Попкорна напилил. А колы, посмотри, нету? А что-то есть. Подожди секунду, я тут ворую. На, прячь обратно, чтоб не спалил. Ребят, я одна, все. Я сама по себе. Это можно спрятать? Это спрячь, чтобы не было видно, что я украла. Брэси.
читаю комментарии в фан-группах своих. Тебе открыть? Открой. А, в смысле? Что, она пуста? Нет, это... Почему такое... Штучка это странно. Китайская? Да, как и ты. Маденькая. Мы же любим с тобой Китай. Люблю Китай. Невозможно. Так, что? Я не одна с этим. Не офигеешь. Не офигеешь. Люди, знаете? Какая-то кола, не кола уже. Какая-то... Как это поставить? Пойдем. Вот как уметь надо пиздить. Ну и теперь что ты? Никто ни с кем не ссорился. Просто... Есть моменты, которые... Как вам это объяснить? Все сложно. Украина со мной. Спасибо. Проект Дон 2, я не смотрела 2 недели, когда начала все. Спасибо. Настя, вкусно хрум, конечно, да. Не, сейчас опять белая вернулась. Слушайте, кому кто подходит, не мне судить. Я же не вправе залезть к людям в голову, что у них там происходит, какие кто кому чувства испытывать. Если бы вернуть время назад, я бы многого не сделала. Я вам так скажу. Но я бокопор, косипор. И поэтому нужно научиться жить своими ошибками. Бля, ты можешь меня в нормальных ракурсах снимать, а не алкоголичка какой-то? Так, ты любишь страдать и бегать за мужиками, со мной тогда ты чувствуешь любовь, так счастливо не стать. Да? Ну, вам так угодно, пожалуйста. Вилла ходуном. Ну? Привет. Кому? Всем. Я бегаю за мужиками. Ну еще что? Я бегаю. Правда, далеко добежать не могу. Настроение ливое? Да. Скажи что-нибудь хорошее. Быстро. Моя быстро. Жизнь это сплошная ошибка. Честно, я неспокойно выжата, как лимон. Какие лайки? Никакие лайки. Барышев кто? Слушайте, я говорю еще раз, я Федю люблю как человека безумно. Он не родной человек. Но здесь много но. Огидний ефір, жереш, чавкаєш, шуршиш, якось соромно за тебе. От пишіться від мене. Типа шужу в прямому ефірі, хрюкаю, он тут сру. О, Крістіночка, привіт. Барышев гей тут написали. Ти що, підер? Буває, що. Красавчик! Взрослеет, я его воспитываю, наконец-то! Нормально начал отвечать. Нет, или могу сразу? Я ужасно выросла. Бля. Пятка просто чистейшая. Я сама по себе.
Одинокая волчица, жрица. Забудавшаяся. Ой. С кем я вместе? Я? Ни с кем не вместе. Ну, вам же интересно смотреть. Знаете, хочется искренности какой-то, настоящих отношений хочется. Без говна. Вот чего хочется. Говна. Говна надо сказать по-украински. Гівна. Гівна? Угу. По-украински, дивись, гівно, лайно. Г нету? Есть Г и Г. Есть АБВГ у вас идет, а у нас Г и Г. Вот такое оно как. Г. Алварды называется. С кем я вместе, скажи? Привет, ребята. А с кем она может быть? Только со мной. Правильно. Алварды, алварды. Все пишут привет. Все пишут, какая-то потрясающая. Ребят, ну вы действительно, вы правы, она потрясающая. Самое-самое. О, ребят, я буду счастлива через месяц, даже через два. Если мне надо с кем-то быть, я буду. Успокойтесь, даже не переживайте. Я вообще по этому поводу не парюсь. Я думаю, что я скоро пойду домой. У меня свои планы. Я её не отпущу, если что. Вы рады или нет? Коза, блядь. В Москву когда? Я тебя люблю. Жрала порох. Горох я жрала. А мне нельзя, мне врач опять запретил ногу. Я 6 дней, уже 6-й день, короче. Это вот. Лежу. Вот и все. О. Нога не заживает, в этом вся проблема, поэтому я психованная, нервная, и мне тяжко из-за ноги. А? Когда в Одессу? Не офигеешь. Не хуеешь. Открой ты уже до конца, что ты мучаешься. Нет, это надо будет спрятать туда в пакет, типа я не жрал. Ну что, типа ее не было. Ладно, сойдет так. Только она клоуна. Кушаю. Надеюсь, ты не покинешь проект. Господи, что зуб не сломал. Скажите Никите, пусть помирит тебя с Виталиком. Что? Помири меня с Виталиком первым. Он с ним, он сам с ним в ссоре. Да. Он обиделся на него. Потому что. Плохо себя ведет. Вкусные штуки. Угу. Что-то в этом есть. Так, я вовремя зарезал. Считаю себя красивой? Да. Да. Потом вся проблема. О, фан с цветкой рода. Спасибо. Люблю свои фан-клубы. Обожаю вопросы. Я отвечаю, на что ответить? Питер, привет. Молдавия, привет. Очень красивый мальчик, приходите к нему. Как интересно. Я кушаю украденные орешки. Да, Никитус, правда, во мне души не чают. Во мне всегда люди души не чают, это даже не страшно. Понимаете? Как можно жрать по ночам и не толстеть? Фу. Это... У тебя... Я ведьма. Я колдую на крови. Я всегда думаю, что у тебя метаболизм. Это когда да, ты мне, ешь и да, не поправишься. У меня такая фигня была, пока я на проект сегодня попала. Сейчас я похудела, слава богу. Ребят, скажите, чтобы она перестала худеть, потому что она так, вот такая, она уже, чем мой мизинец. Ну, такое же даже руководство сказало, что я похудела прям сильно. Ну и фига себе, дресня.
У Виталика к тебе были чувства? Да? Ко мне не может у мужиков не быть чувств. Просто они со мной не выдерживают, это факт. Я мозг вскрываю, это да. Но чувства, я думаю, были. Да попробуй. Да ты попробуй. Вкусно. Да я ела, я не буду. Спасибо. Барышу мой друг. Ребят, не надо... Ну, короче, ладно. Пишут, что мне надо ноги в руки и бежать. Ну, нет. У нас... Ну, как там в Киеве погода? Да мне нужно домой, потому что у меня на самом деле там мама писала плакаты, посрывали. Сдрезы. Да, барышев ждет мальчика, но ему не приводят. Увы. А ты что нормально? Он сейчас отвечает, давай. Увы, ёпта. Да, я очень красивая. Спасибо. Нет, про барышева вранё, что он гей, потому что он ко мне приставал. Я соскучилась за Киевом, жесть. Я даже с подружкой сегодня переписывалась. Я ужасная. Это факт. Бесятина, уйди оттуда. Честно? Не могу просто сказать ничего. Настя, будь счастлива. Спасибо. Я не знаю, где мои часы, они там в ванной аж валяются. Не буду. Я поубирала все фотки в соцсетях. У нас 1:30. На редактора уехали уже? Вроде. Или кто-то остался? Только... Сталкер остался? Да, нет, да, кстати. Кстати. Я сейчас пойду с ним поболтаю. Да. Ой. Попкорн похоже чем-то чуть-чуть. Та ножка пизда. Вот если вам покажу. Вот. Это сегодня 3 раза я перебинтовала уже. Как обычно дырка. Да из-за психов, наверное, не заживает. Я сильно нервничаю. Легче. Кто красивый мальчик, не понимаю. Она смотрит Наташу, которая наш руководитель по ББ. Не знаю. Не смотрю, кто смотрит. Да, просто я вообще Беларусь, привет, привет. Да, «Сердца трех» — это был мой первый проект. Я там была нормальным человеком. Была девочкой, по крайней мере. А не хабальем Галимом. Ну, я жалею свою ногу, поэтому считаю правильное мнение, что мне надо домой. Не, никому никто не переметался. Просто... Иногда людям просто иногда нужно... Короче, не хочу комментировать. Почему? Передаю привет Краснодару. Как я могу не передать Краснодарскому краю привет? Вы что, ребят? От души передаю. И Питеру, и Краснодару. И... Кому еще? Украине. Украине, естественно. Лив, hello, мото. Киеву передала, не Мариуполю.
Речі. Китаю, супер, Китаю вообще передам. Made in China, my forever. Все равно поеду в Китай. Мне ж надо, когда магаз будет работать, придется лететь, закупки делать. Ладно, я выхожу.